Всем привет! С вами магазин Guitar in UA, и сегодня мы рассмотрим замечательную гитару Crafter MD40M. Сразу хочется отметить, что гитара из дорогих, но это оправдывается хорошим глубоким звучанием, хорошо выполненной сборкой, кстати, заметить, гитара произведена в Корее. Теперь давайте рассмотрим поближе детали. Верхняя дека сделана из ели, нижняя из махагона. Корпус покрыт глянцем, а гриф матовый, что, хочется заметить, очень удобно для левой руки. Капли необычной формы, что, собственно, спасает деку при игре медиатором от царапин. Имеется в комплекте чехол, хочется заметить, утепленный, что тоже прибавляет инициативы при покупке этого замечательного инструмента. Thank you.